1938 году был снят фильм «Великое зарево», в котором роль главного героя сыграл грузинский актер Михаил Гелавани. И он очень точно воспроизвел акцент и манеру общения Сталина, который досмотрел фильм до конца, направился к выходу, а затем повернулся к съемочной группе и сказал, что даже и не думал, что товарищ Сталин такой обаятельный человек. Хорошо, Гелавани. В общем, все обошлось без репрессий, и фильм посмотрел весь СССР, а главный актер даже успел после этого сыграть Иосифа Виссарионовича еще 14 раз. Но Сталин был очень требовательным зрителем, поэтому некоторые фильмы, где были алкоголь, намеки на кекс, он сразу запрещал. А подробнее об этом читайте в нашем телеграм-боте по коду «Запрет».